реализация Эдвардса составляет 32%, там похуже смотрится, но в чемпионате Германии, конечно, Серж Ибака, как никто другой, знает, как правильно нужно накрывать такие броски. Букер тоже заблокировал попытку Ивунду. И заброс Серж Ибака еле уступала во внутреннем чемпионате. В этом году вроде бы этот вопрос решен при Пабло Ласса. Эффект двухочковое преимущество имеет. Бавария, вот если вспоминать эту победную серию, и выиграла с разницей в 9 очков. Так, Букера вывели на открытую. Сделал передачу. И 46-36. Бальмаро. Хороший первый шаг. Уайлербек. 3 с получения. Тоже. Бальмаро. Карсон Эдвардс выбежал. Бальмаро. Так, как подкрутил. И мяч провалился. Валили здесь Йошко Фернера. Бальмаро еще издали бросает. И вновь. Бальмаро, Букер, так, фолит. Сведение до этого промазал, сейчас наконец-то реализовал попытку. Бальмаро! Владение, Лучич на Бальмаро. Есть численное преимущество, Карсон Эдвардс вылетает.